Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Александр Жук, автор блога HelpZarobotok.ru. И сегодня я делаю небольшой обзор к своей статье, которая называется «Скругленные углы на картинке как?». А точнее говоря, мы сегодня разберем, как скруглить на картинке углы без знания фотошопа, без каких-либо технических моментов. Все очень просто. На картинке вот как бы нарисовал, видите, вот как бы робот и обрезает нам уголки. На самом деле, как вы сегодня убедитесь, это очень легко и просто. Итак, что же нам для этого нужно делать? Ну, во-первых, я рекомендую прочитать статью, потому что напоминаю, что в статье я пишу один материал, голосом могу сказать другой. И есть люди, которые предпочитают посмотреть и сделать в текстовом варианте, и тем, кому нравится видео. Выбирайте, какой вам лучше. Значит, причин для скругления может быть сколько угодно. Мы возьмем просто абстрактную. Нужно скруглить. Зачем? Неважно. Так, для этого переходим на статью и ищем слова. Заходим на сервис. Нажимаем. Попадаем на сервис скругления. Можете посмотреть рекламу. В благодарность можете нажать. Сервис все-таки бесплатный и нам предоставляет такую шикарную возможность. Ну, это ваше право. Мы что сделаем? Перед нами есть так называемое меню, в котором либо обзор, либо поставить URL картинки, то есть она в интернете. Я буду загружать с компьютера. Нажимаю обзор. Я положил, помню, видео. Вот эта картинка. Загрузил картинку, либо вставили URL и нажимаете на вот эту вот кнопочку. Нажали. Картинка загрузилась, и перед нами появляется самая главная такой диалоговая окно, в котором вы можете, во-первых, скруглить либо со всех четырех сторон по умолчанию, либо, допустим, только снизу. Ну, как вам угодно. Так, это один момент, который можете регулировать. Второй – радиус скругления. Но о нем я покажу прямо позже, прямо на картинке. По умолчанию стоит девятка. Background color, то есть цвет подложки. В данном случае белый, но если вы ложите, допустим, на какой-то градиент, будете ложить картинку и не знаете, то ставьте галочку PNG, и у вас картинка, ваша картинка будет на прозрачном фоне. Она будет весить больше, но зато она спокойно ляжет на любой фон. Ну, мы PNG уберем. Дальше, что мне очень понравилось в этом сервисе, допустим, картинка, я загрузил 530, а у меня, допустим, нужно сделать по ширине 200, я говорю 200, ну, галочку, конечно, не убираем, и она автоматически рассчитывает, какая будет ширина и длина. Так, произвели все настройки, дальше нажимаем вот сюда вот. Вот наша картинка, имя картинки на сервере, 7 килобайт она весит и предлагают нам скачать. Ну, давайте я теперь, чтобы было побольше интересности, я как бы сделаю, ой, не туда, сделаю большой размер, чтобы вы видели. Значит, смотрите, что такое радиус скругления. Девятка стоит. Ставлю на максимум 12. Опять нажимаю. Видите, уголки чуть-чуть скруглились. Если незаметно, давайте я поставлю сейчас на самый маленький, на двоечку, и нажму. Видите, уголки слегка-слегка скруглились. Для чего это нужно? Потому что в разных случаях нужно по-разному как бы вписать. Ну, стоит девятка по умолчанию, она как бы подходит. То есть заметно, что уголки скруглены. Качество 80. Можете ставить 100, можете ставить меньше. Все зависит от того, что вам нужно. И, кстати, здесь показывает размер. А вот теперь, смотрите, я нажму на прозрачном фоне и сделаю. Видите? Было 32, стало 232. То есть вот этого белого не будет. Она будет на прозрачном фоне. Ну вот как бы на этом все. Вот такой вот замечательный сервис. Причем бесплатный. И вы видите, как это все делается буквально, как говорится, на раз, два, три. И картинка наша готова. Нажали скачать, а дальше размещайте ее куда хотите. Теперь возвращаемся на мой блог. Рекомендую прочитать вот здесь вот еще, что я написал, какие мысли изложил. Вот, кстати, я опубликовал готовую картинку, ту, которую мы с вами сейчас только что наблюдали. Так, и у меня к вам просьба. Обязательно поделитесь в социальных сетях моей статьей, нажимая на кнопочки вот эти вот.
Обязательно, не жадничайте, пускай люди все знают эту тайну, так сказать. И прошу вас не забывать заглядывать на страничку «Продукт недели» и мой обзор обучающих курсов, в которых проведены обзоры обучающих курсов, которые вы можете смело брать и покупать, потому что курсы рабочие, и в них есть реальная идея заработка. Это для тех, кто хочет заработать. Также рекомендую подписывайтесь на мой канал на YouTube и на обновление моего блога. Сразу скажу в очередной раз, не буду никогда вам слать ссылки со словами «купи, купи» и так далее. Только проверенная и только надежная информация, как и все на моем блоге. И обязательно не забудьте оставить свой комментарий к данной статье. На этом у меня все. Еще раз подписывайтесь на канал на YouTube, подписывайтесь на обновление моего блога. Не забывайте заглядывать в продукт недели. Ну и всего вам хорошего. Удачи. С вами был Александр Жук. Пока-пока.